Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие гости. Меня зовут Ирина, вы на моем канале. Добро пожаловать. Мне прилетел флешмоб. Ты что, блогер теперь? Флешмоб мне прилетел от канала «Жизнь деревни Костромской». Спасибо большое. С удовольствием принимаю и отправлю, конечно, дальше. Флешмоб состоит всего из трех вопросиков. Простых, понятных. И это, конечно, помогает нам поближе друг с другом познакомиться. Первый вопрос. Для чего создавался этот канал? Для чего я его создала? Ну, в первую очередь, у меня было свободное время, и мне хотелось чем-то заняться. Я не думала, что это будет вот так. Я думала, там какие-то мастер-классы я поснимаю, что-то, может, интересное расскажу. Я думала, что это будет целиком и полностью вот по вязанию, еще каким-то видом творчества. Но не тут-то было. Оказалось, что очень приятно общаться по любым темам. Потому что теперь у меня столько друзей, и все ваши темы мне интересны. Второй вопрос. Все записано. О чем он? Ну вот, обо всем. О том, что интересно мне, о том, что, может быть, вам будет интересно. Получается так, что мой канал не целиком там о каком-то одном виде творчества. Нет, это уже давно не так. Это уже гораздо шире и интереснее. Ну, для меня, по крайней мере. Не просто там повязать, повышивать, повалять, а еще и пообщаться, чем-то поделиться, что-то новое узнать. В общем, очень-очень интересно. Короче, канал о жизни, о простой жизни нашей. И третий вопрос. Как относятся мои близкие и родные? Замечательно относятся. Создать вот этот канал была идея целиком и полностью моих родных и друзей. Они мне такой дали волшебный пендель, и я начала этим заниматься. Причем, когда я же не знала вообще ничего. Главный был мой вопрос, как же люди попадают в телевизор и в телефон. Но теперь я уже побольше об этом знаю. И вот мои родные, мои близкие, мои друзья, они к этому очень-очень хорошо относятся. Критикуют меня, поддерживают и на что-то новое подвигают, помогают мне. Вот это замечательно. Вот такие вот три маленьких вопроса, на которых, конечно, можно ответить и поглубже, и пошире. Но вот мысли путаются. Для начала вот так. Этот флешмоб я передам дальше трем каналам. Условия три вопроса. И обязательно в названии поставить вот это вот хэштег «Ты чё блогер?». Интересно? Первый канал, которым я передаю эту эстафету, это канал «Мисс Аля», или больше многие ее знают как «Лёля вышивальщица». Это моя вдохновительница, это моя учительница по Ютубу и просто солнечный человечек. Лови, Лёлечка, флешмоб. Второй канал, которым я хочу передать эстафету, это такой очень интересный канал. Называется он «Радости частного дома». С удовольствием смотрю. Меня вообще потрясает, как из простого сделать вот такой удивительно. А анимация какая. В общем, восторгаюсь, восхищаюсь. Ловите, пожалуйста. И третий канал, которому я хочу передать эстафету, это моя землячка Ольга «Сад мечты сбываются». Лови, Олечка, и тебе вот такой вот флешмоб. На этом, пожалуй, все. Завтра выйдет это видео, а сегодня вечером я приглашена на канал «Бабушка 200», на сериал. Безумно интересно, приглашаю вас тоже. Посетите. До свидания, мои дорогие. До новых встреч.